поселке Трудовое продолжается строительство взрослой поликлиники, которое началось летом прошлого года. Новое учреждение здравоохранения станет структурным подразделением Владивостокской поликлиники номер 9. Сейчас на объекте завершаются монолитные работы. Продолжается кладка стен первого этажа. Строители приступили к прокладке инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 35%. Стоит отметить, что строят поликлинику местные специалисты из Владивостока и Артема. Работы ведутся с опережением графика. Есть все шансы сдать объект в эксплуатацию на год раньше намеченного срока в 2024 году. Проект поликлиники разработан таким образом, чтобы здесь было комфортно как пациентам, так и медицинскому персоналу. Поликлиника рассчитана на 26 тысяч прикрепленного населения. Это пятиэтажное здание, из которых один технический этаж, 4 этажа непосредственно для оказания медицинской помощи. На первых этажах будут кабинеты неотложной медицинской помощи, отделение профилактики, инфекционный кабинет. На втором этаже будет располагаться вся хирургическая служба, эндоскопическое отделение и центральное стерилизационное для обработки инструментария. Третий этаж – это прием у специалистов, терапевтов, узких специалистов и диагностическое отделение, рентгеновское отделение. Среди рентгеновских методов исследования – здесь предполагается флюорография, маммография и рентген. И четвертый этаж – это этаж параклинический, этаж дневного стационара и этаж женской консультации.